Курске продолжается неделя социального проектирования. Молодые ученые местных вузов представляют на суд общественности свои проекты и предложения по социально-экономическому развитию города. Тема очередного обсуждения – строительство социального жилья. Свежие взгляды и креативные идеи. Квартиры должны быть современными, яркими, комфортными для проживания и при этом экономичными. Не случайно ведь проектируют молодые ученые социальное жилье. Проекты с внедрением новых строительных материалов, которые экологически чистые, энергосберегающие. Это высотные здания, высотки. Далее это реконструкция уже существующих домов, пятиэтажек с усовершенствованием более. И также мы предлагаем дома, одноэтажные дома. Олеся Прибыткина подготовилась основательно. Изучила рынок жилья, провела ряд опросов. Теперь готова сформулировать свои предложения. Чтобы этот проект был принят, чтобы людям стало комфортнее жить, лучше жить и, главное, дешевле. Любой из представленных проектов не должен быть сухой теорией. Практическая ценность – главный критерий отбора. Вот эти проекты нужно потом вписать в структуру города, потому что мы должны и исторический город сохранить, но и мы должны уже в город привносить что-то новое, но не бездумное, а такое, чтобы это нестандартно украшало наш город и делало его отличным от других городов. Выбранные членами жюри проекты будут взяты на заметку и рассмотрены на градостроительном совете города. Антон Исюков, Алексей Еременко, телеканал «7».